Исламское государство, русская транслитерация Ад-Дауля Аль-Исламе, сокращенное ГЭ, ранее Исламское государство Ирака и Леванта, сокращенное ГИЛ или ДАИШ, непризнанное государство и международная исламистская суннитская террористическая организация. Образовалась в Ираке в 2006 году во время оккупации этой страны армией Соединенных Штатов Америки. Ее основу составляют представители партии БААС, правившей в Ираке до свержения американцами ее президента Саддама Хусейна, и бывшие сотрудники силовых структур хусейновского Ирака. Датой рождения ИГИЛ считается 15 октября 2006 года, основателем, гражданин Иордании, Абу Мусаб аз-Заркави. Соединенные Штаты поддерживают Ирак, поддерживают и вооружают армию, обучают армию. Двумя-тремя ударами ИГИЛ захватил столько оружия, что, наверное, у иракской армии его нету в таком объеме. И бронетехнику, и ракеты. Вот это широкая общественность мало об этом знает. Вот совсем недавно. Вот сейчас ИГИЛ вооружен лучше, чем иракская армия. И это при поддержке Соединенных Штатов все происходит. Вроде оттуда ушли. Но по данным наших специальных служб и по информации, которую мы получаем из самого Ирака, тысячи американских военнослужащих до сих пор находятся в Ираке. А результат печальный и трагический. Вот мы не хотим, чтобы все то же самое повторилось в Сирии. ИГИЛ объединила вокруг себя мусульман-суннитов, воюет против мусульман-шиитов, Америки, официальных властей Ирака, Сирии, Ливии, вообще враг всей западной цивилизации. Ставят перед собой цель создания на Ближнем Востоке, а точнее на территории Ирака, Сирии и Ливана исламского государства, в котором законы шариата были бы преобладающими. Для более тесного контакта всех антиигиловских сил Россией, Сирией, Ираном и Ираком в Багдаде создан координационный центр, а вслед за ним Сирия официально обратилась к России за военной поддержкой. 30 сентября авиация РФ нанесла несколько ударов по силам ИГИЛ. Аллаху акбар. 2015 год. 31 октября над Синайским полуостровом, предположительно от подложенной бомбы, взорвался пассажирский самолет российской авиакомпании Kagolim Avio. Более 200 туристов и все члены экипажа погибли. 14 ноября ИГИЛ организовала серию террористических атак в Париже. Погибли более 150 человек. В декабре 2015 года духовный лидер тибетских буддистов, Далай-лама XIV, заявил о необходимости диалога с исламским государством. Согласно его учению, победить ИГИЛ можно только сделав его другом, необходимо слушать, понимать, так или иначе проявлять уважение. Другого пути у нас нет.